По инициативе Фонда поддержки раненых в ходе боевых действий и при финансовой поддержке президента республики на праздничные мероприятия были приглашены делегации из братских республик, прошедших войну и раненые в ходе боевых действий. Делегации из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Абхазии сегодня возложили венки и цветы к памятникам жертв грузинской агрессии. Фонд Апарисай потехады на президента Хосей. Махар хотам на категорията инвалиде. Адунан мекоде наган дуне адамен катка кенен кавема санум ума мако фируха ума геска ршевек гаганджи тадар рахшия галнумайн шемайвал кадис кенуй ше قبول تفقد است ش قبول تا ایرستون تخیس سرول تورات دوی ابون س رباکوتم ازل دستم شرتتل ربخه جستم سرجونی دوشی ماشینات هم ام سم لمبنک سیما کفن خاص کوتم و د اوکل در زندیس س شسکت نورت دوی. Мы с радостью приезжаем в Братскую Республику, и очередное приглашение посетить Южную Осетию в праздничные дни мы приняли с удовольствием, говорят члены делегации. Мы это проходим ежедневно, поэтому нам очень больно это все видеть. Мы это прекрасно понимаем, какая это была боль родным, близким. Это ужасно. Вообще война – это самое ужасное, что только может быть на этой планете. Мы, в свою очередь, благодарны за такой прием, благодарим за то, что мы увидели, хотя очень грустно, очень, как бы, до слез, душераздирающие моменты, но, так можно сказать, братьям, сестрам огромное спасибо. Это воистину так есть, воистину братья, сестры, потому что как оказывали нам помощь и по сегодняшний день, воюют с нами. Это огромная поддержка. Вот это действительно можно назвать настоящий братский народ. Прибыли по приглашению президента республики. Спасибо за это огромное. Вот. Посмотрели эти места ужасные. Да, нам это очень близко, знакомо. То есть все один к одному. Фашизм, он везде одинаков. Вот. Это позор для тех, кто смог это позволить сделать. Даже просто слов нет для этого. Поздравляем сегодняшний день, день флага, завтрашний день, день независимости от всей души, от народа Абхазии, от фонда инвалидов и ветеранов войны. Поздравляем вас с этими знаменательными датами. С приемом мы очень довольны, конечно, очень приятно. Мы братья, это не только на словах, и на деле мы это доказывали, что мы братья. Завтра в День Республики делегации примут участие в торжественных и праздничных мероприятиях. Лена Газаева, Азамат Кудзиев, информационный выпуск сегодня.